Приветствую всех подписчиков гостимого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами, друзья, буксом 1x Bitcoins, где нам абсолютно без вложений, на серфинге, на просмотре сайта, выполняя задания, дают зарабатывать биткоинса тоже. И выводить как на прямой кошелек, так и на Faucet Pay. Значит, так вот он выглядит. Видим, да, много криптовалют здесь. Регистрация здесь наипростейшая. Кликаем sign up. Прописываем email, логин, два раза пароль. Разгадываем капчу, ставим галочку. Нажимаем зарегистрироваться. Вход по email и паролю. Входим. Как я сказала, email, пароль. Также разгадываем капчу. Значит, помимо дохода, то, что мы будем здесь зарабатывать, здесь нам дают за ежедневный ход. То, что вот я сейчас нажала логин, залогинилась, да, и заходим каждый день, нам начисляют за это плюс 5 биткоин-сатошиков. Вот. Имейте в виду, да, такой как бы бонус, да, дают нам. Значит, это баланс вывода, это пуш-баланс для рекламодателей. Ну, здесь количество рефералов. Здесь вот как бы наша вся статистика есть. Значит, у них Telegram, это выход. Значит, если мы сюда кликнем, здесь будет находиться наша реферальная ссылочка. Далее, если мы сюда вот кликнем, здесь даю, размещаем как бы рекламу свою, АД, рекламку. Это что касается рекламодателей, да? Теперь давайте пройдемся по порядочку, вот здесь по вкладочкам. Ну, вот это домашняя страничка наша, где наша статистика. Я тут уже как бы посмотрела, погуляла по сайту. Далее. Вкладочка «Рефералы», также находится наша реферальная ссылочка. Можно сюда кликнуть «Скопировать», можно так скопировать. И здесь у нас три вида заработка. Как вот чисто для меня. Значит, VIF ADS, вот SERP, то есть ADS, Windows и вот этот ADS еще. Давайте SERP ADS. И видим, здесь нам дают по одной сатохе, как бы. И здесь у меня написано 11 рекламок. Чуть побольше было, так как, естественно, я здесь просмотрела. Значит, что еще хочу дополнить немножечко. Он похож точь-в-точь на вот этот букс CoinPayU. Замечательный, шикарнейший букс. Здесь вот минималка от 1000 биткоин-сатошиков. А в нашем вот этом новом буксе от 500, от 200 биткоин-сатошиков на Faucet Pay. И, как я поняла, на прямой кошелек 500 биткоин-сатошиков. Значит, давайте посмотрим. Каждая рекламка по 10 секунд. Значит, кликаем. Переходить нельзя. Я перешла, вернулась как вот на CoinPayU. И мне не засчиталось. Переходить нельзя. Значит, ждем. Все. Рекламку мы просмотрели. Следующую рекламку смотрим. Опять 10 секунд. Вот таким вот образом мы просматриваем рекламу. На Trustpilot есть они, как видим, да? И иногда капча выпадает. Все, зачет. Видим, да? И так далее. Пошли просматривать. Следующий вид. Это SERP ADS мы просмотрели. Windows ADS. Кодочку закрою. Здесь тоже все по 10 секунд идет. Кликаем.
нас перебрасывает на страничку, и здесь уже пойдет загружаться шкала. Вот она, шкала идет вверху, видим. Все, зачет. Возвращаемся. Таким вот образом мы просматриваем всю вот эту рекламку. Далее и третий вид заработка. Вот такой вот. Он также идет. Здесь 60 секунд. Он весь по 60 секунд идет. Ну, давайте посмотрим. Так. Значит, что здесь? Здесь нужно нам обождать 60 секунд, то есть 1 минута. И мы что? Ищем таймер. Мы опускаемся вниз. И вот он, наш таймер в самом низу. Говорят, пожалуйста, подождите. Давайте обождем немножечко. Можно перевести на русский, почитать, что нам здесь пишут. Как бы. И так вот, букс, шикарный букс, конечно, я не могла пройти мимо. И я думаю, что не думаю, я уверена, то, что он платит. Он есть на Трастпилоте. Как бы. И кликаем клейм. Также разгадываем капчу. Опять клейм. Все, нам зачет. Также сейчас на страничку букса здесь нас перебросит. Так. Это что касается за дохода. Есть афервал выполнения задач. Кто любит, выполняйте. Далее есть кран. Можно собирать на кране, выбирайте любую криптовалюту и можете собирать, пожалуйста. Далее Advertis — это, опять же таки, для рекламодателей, кто хочет давать рекламку здесь. Есть Surf ADS и Windows ADS. Есть короткие ссылки. На коротких ссылках, конечно, неплохо, да? Здесь как бы платят. Вот, ну я их не люблю, я эти короткие ссылки. Ну и профиль. Как бы здесь ID, email и как бы депозит. И здесь изменить пароль, история. У меня все пусто по истории, так как у меня нет ни депозита, ничего. И вывода, естественно, еще тоже не было. Так как я только что несколько минут как зашла. А, и по выводу. Депозит. Это, друзья, для рекламодателя можно делать с майн-баланса. Баланса на вывод. И с Faucet Pay. И по выводу, как я уже говорила, от 200 биткоин сатоши на Faucet Pay. И сейчас я вам покажу. Значит, смотрите, вот биткоин метод, да? Вот здесь минимум 500 биткоин сатошиков. Это, как я поняла, на Faucet Pay. Почему? Значит, вот биткоин Faucet Pay я кликаю. Смотрите, вот здесь уже 200 биткоин сатошиков. Так? Здесь email адрес, здесь будет сумма, как бы она уже конвертируется, да? Далее, что здесь еще? Вот такая платежка, тоже 200. Далее, что еще у нас здесь есть? Трон, 300 биткоин сатошиков. Далее, лайткоин, 300. Вот такая платежка какая-то. Здесь вообще 600. Я даже не знаю. Dogecoin. 200 биткоин сатошиков. По
Валугон тоже 200. И вот всякие тут можно видим, да? Биткоин кэш 400. BNB 300. Такая монета. Ну вот как-то так. Когда будет что выводить, естественно, я выведу монеты. И по выводу будет отдельное видео. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Ну, неинтересно, друзья, пройдите мимо. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!